Всем привет! Я нахожусь в немецком городе Кёнигсбрюк. Вот напоследок сниму еще раз площадь, главную, старинную. Вот здесь находится отель, магазин Ledenwaren, кожаные вещи, итальянский ресторан, шпаркасы, медиа, пассаж, ратхаус. Вот в серединке фонтан, как в каждом немецком городе. Ну и вот здесь плакат, ради чего мы сюда приезжали. Камелиенблюте, Кёнигсбрюк. То есть цветение камелии в Кёнигсбрюке. Вот такой вот красивый плакат. Это как бы такая одна из фишек города. Люди приезжают посмотреть. Заодно архитектуру. Город старинный, 750 лет.